Внимание! Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения, крупнейшие радиостанции России. Смотрите и слушайте Москву. Здравствуйте, Олег. Это Владимир Путин. Меня попросили поздравить вас с днем рождения. Сердечно вас поздравляю. День рождения – самый приятный праздник, когда друзья и близкие окружают особенным вниманием, говорят много добрых слов и пожеланий. Я от души хочу вам пожелать большого личного и семейного счастья, здоровья, благоприятных перемен, активной плодотворной работы и полноценного отдыха, новых идей, широких возможностей и перспектив, покорение самых недоступных вершин, осуществление всех замыслов, сокровенных желаний и устремлений. Пусть всегда вам сопутствует удача и успех. Всего вам самого наилучшего. А, их двое. Второй лишний. Свидетель. А если... Только без жертв. Да, надо подождать. Правильно. Будем ждать. Сдавай. Вот это другое дело. На это мы пойдем. Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? Машина, зверь, слушай, один Аллах ведает, куда девается искра у этого недостойного выродка в славной семье двигателей внутреннего изгорания. Да отсохнет его карбюратор во веки веков! Вот ты думаешь, это мне дали 15 суток? Это нам дали 15 суток. А для чего? Чтобы ты вел среди меня разъяснительную работу, а я рос над собой. Сообразим три, а? А, кислятина. Серьезно, я сбегаю, а? Скучно без водки. Пойми, студент, сейчас к людям надо помягче. А на вопросы смотреть шерше. Он кого? Говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно.
Так выпьем же за кибернетиков. Ой-ой-ой. На здоровье. То что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.